С нами на связи Алексей Ижак, это заведующий сектором Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте, рад вас приветствовать. Взаимно, здравствуйте. Алексей, вот на самом деле новая стратегия НАТО по отношению к России, этого ожидали очень долго, потому что, как мы видим, Российская Федерация зачастила с устрашениями, так сказать, по поводу ядерного удара, уже даже через федеральные российские каналы, не стесняются этого показывать. Но как именно и на чем именно может акцентироваться внимание в плане изменения стратегии НАТО по отношению к России? На что именно будет внимание в первую очередь? Я думаю, речь идет о вариантах реагирования на российскую угрозу непосредственно. Если раньше было много таких предположений, в принципе, это не особо было прописано вообще в документах НАТО. В принципе, как будет реагировать Альянс на вот российское вторжение, на гибридную операцию? Больше говорили о гибридных операциях. И выглядело так, что будут пытаться действовать ответно. Вот в ответ уже, когда события произошли, все это было очень невнятно и непонятно. Такое впечатление было, что, ну, по большому счету, никто не верил в российское нападение, поэтому и не было конкретных военных механизмов реагирования, если это случится. Сейчас, мне кажется, два аспекта будут акцентированы в разработке новых практических документов военной политики. Первое, как будут отвечать, я думаю, будет прописано то, что возможен ответ на российскую агрессию упреждающий, то есть не будет повторения такой ситуации, как, например, в странах Балтии, как было с Украиной, когда российские войска концентрировались, посольства уехали, ну и ждали, пока это случится. Сейчас очень высока вероятность, что если Россия попытается относительно стран НАТО такое совершить, ну это страны Балтии и Польша, которые граничат с Калининградской областью, что если там что-то такое произойдет, то будет упреждающий удар, будет ликвидация. Ну, возможен упреждающий удар, ликвидация группировок российских войск, которые приближаются. Ну, судя с того, что сейчас в воздухе. Конечно, мы не знаем, что конкретно скажут министры, и вполне возможно, это только начало процесса какого-то пересмотра. Ну, а второе, то, что мы сейчас видим, НАТО совершенно перестало опасаться вот того, что назывались ядерной эскалацией. То есть НАТО, как альянс, демонстрирует то, что написано в доктрине, что НАТО — это ядерный альянс. И они готовы к ядерной войне, если Россия ее начнет. Раньше пытались не проводить учений, пытались каким-то образом заигрывать любое напряжение, не хотели вообще говорить о ядерном оружии, о последствиях, о стратегиях. Сейчас, проводя такие крупнейшие учения, а Steadfast Known — это те учения, именно те учения, которые проводились в годы Холодной войны для демонстрации Советскому Союзу готовности отразить большое вторжение. Сейчас они возобновились, они, в принципе, давно проводятся, но в таком масштабном формате они возобновились пару лет назад. И сейчас, в принципе, этап этих учений был летом. Сейчас тоже это проводится. Возможно, есть региональные аспекты. Сейчас проводятся на севере Европы. Ну, в принципе, они всегда на севере в основном. Но сейчас вот именно северная часть. И это демонстрация России того, что если Россия попытается угрожать ядерным оружием, это бесперспективно, потому что НАТО, как ядерный альянс, таких разговоров не боится. Есть потенциал НАТО, он никуда не исчез, он не акцентировался, но он сохраняется. Он современный и он эффективный. Вот это вот будет прописано в стратегию. Ну, по крайней мере, это не то, что будет в каких-то публичных документах записано, но это будет на уровне уставов и предписаний будут прописаны определенные опции. Вот, в свою очередь, тут же еще речь идет о договоре, основополагающем акте НАТО-Россия от 1997 года, где идет как раз речь по размещению ядерного оружия. И еще сразу после начала полномасштабного вторжения глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумах заявил, что своей агрессией против Украины Россия аннулировала данный акт
от 97 года. Именно его, насколько я правильно понимаю, будут пересматривать. Возможно, возможно, это будет пересмотрено. Это, конечно, не означает, что будет, произойдет перебазирование ядерного оружия, что появятся новые страны, которые, где будет базироваться ядерное оружие. Такое теоретически может быть, и действительно в этом акте там это прописано, но там вообще прописано то, что НАТО будет воздерживаться от наращивания больших группировок сил, современной инфраструктуры, развития инфраструктуры военной на востоке, ну, на востоке НАТО, то есть у границ России. Будет от этого воздерживаться. Сейчас я так понимаю, что это будет даже формально убрано, означая то, что те страны НАТО, которые граничат с Россией, будут иметь возможность в том числе упреждающего удара, если Россия будет готовить агрессию. Раньше это было невозможно. Но это, правда, мое предположение относительно упреждающего удара. Но сама идея снятия ограничений на наращивание группировок сил, военных возможностей у границ России, они как раз указывают на то, что не может быть такой больше ситуации, как была с Украиной, когда Россия вторглась, а потом мир начал реагировать. Будет быстрое реагирование, в том числе силами самих стран, которые граничат с Россией, не дожидаясь коллективного какого-то решения, коллективных действий. Можно ли говорить о том, что данным решением касательно пересмотра стратегии НАТО по отношению к Российской Федерации, в Альянсе набрались публичной, по крайней мере, смелости по отношению, опять же, и по реакции на ядерные угрозы Кремля? Ну, это становится решительнее. В принципе, большого страха и сомнений, за исключением отдельных стран, но это даже не страх, а просто какие-то интересы. Некоторые страны не видели в России значительную угрозу или же считали, что с этой угрозой надо действовать в отношении нее уступками. А сейчас это становится откровенно. Я думаю, это во многом связано также с уверенностью европейцев в том, что их возможности не зависят от американского или меньше зависят. То есть это еще указание на то, что независимо от того, какой будет политика Соединенных Штатов в отношении НАТО, возможностей европейских стран достаточно для того, будет достаточно, и они к этому будут готовиться для того, чтобы даже без Соединенных Штатов отразить такую агрессию. А в идеале даже силами той страны, которая может стать непосредственным объектом российской агрессии. И тут возникает тогда вопрос, как в дальнейшем тогда и на что можно рассчитывать альянсу НАТО в случае, если Путин продолжит свои ядерные угрозы и угрозы по отношению в контексте нанесения ракетных ударов по столицам Европейского Союза, членов альянса НАТО? Ну, судя по тем учениям, которые мы сейчас наблюдаем, независимо от того, какой будет результат выборов в Соединенных Штатах, и даже самые разные политики самых разных политических сил и взглядов, они говорят, что что касается расширенного ядерного сдерживания, так называемого, то есть базирования американского ядерного оружия в Европе и обучение, ну, то есть участие некоторых неядерных государств в выполнении ядерных миссий, это все останется нетронутым, то есть никто не будет этого менять. А плюс к тому, что мы сейчас еще наблюдали появление стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов, мы еще видим, что в дополнение к этому Соединенные Штаты готовы будут к самостоятельным действиям и к участию в этой лестнице эскалации, которая в случае российской агрессии начнется в Европе. Поэтому вот это сейчас и демонстрируется, что НАТО готово, страны НАТО готовы европейцы на уровне неядерных сил и готовы Соединенные Штаты на уровне ядерных сил. Также идет речь не только о стратегии НАТО по отношению к Российской Федерации, но и также о, грубо говоря, мобилизации внутри европейского общества, внутри членов альянса НАТО, в свою очередь Бундесверу,
нужно значительно больше денег и дополнительно 35 тысяч солдат, чтобы соответствовать новым требованиям НАТО. Об этом заявил глава комитета немецкого парламента вопросам обороны Маркус Фабер. Услышим прямую речь. Если количество боевых бригад в Альянсе должно увеличиться с 82 до 131, то и Германия будет иметь в этом пропорциональное участие. Значит, армии потребуется 5 дивизий вместо нынешних 3 дивизий с 65 тысячами солдат. 5 дивизий – это уже примерно 100 тысяч солдат, но на это потребуется время – около 10 лет. Также можно предвидеть, что требования НАТО ко всем 32 государствам-членам вырастут, а следовательно и к Германии тоже. Поэтому больше не будет достаточно тратить на оборону 2% от годового ВВП. Должно быть около 3%. Маркус Фабер, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, в интервью изданию RND. И тут возникает следующий момент. Готово ли сообщество понимать риски со стороны Российской Федерации? Ну, с этим, мне кажется, хуже. Если на уровне элит, на уровне военных ведомств, профессионалов, понимание уже есть, оно декларируется, ну, с обществом сложнее, потому что это речь идет о демократических странах, там все могут высказываться, все могут иметь какие-то мнения и планы, поэтому вопрос стратегических коммуникаций для стран НАТО, он стоит так же, как и для Украины. Те, кто в этом понимает, что Россия угроза, должны определенным образом это коммуницировать. Понимание растет, конечно, понимание растет российской угрозы. Другое дело, что должно вырасти понимание того, что эти денег должно на оборону тратиться больше. Ну, с этим тоже постепенно понимание это приходит. Ну и очень важно то, что эти новые деньги, ресурсы, которые сейчас направляются в оборону европейских стран, чтобы они тратились эффективно. Потому что многие вообще военный аппарат, аппарат безопасности европейских стран, он за долгие годы пришел в некоторую такую вялость, можно так сказать, потому что никто не рассчитывал на большую войну, и это все постепенно приходит к тому состоянию, когда Европа даже без Соединенных Штатов будет в состоянии отразить даже большую агрессию. Сейчас непосредственной угрозы такой для Европы нет, потому что идет война российская против Украины, и пока российская штурмовая пехота пытается там приближаться к Покровску, но это означает, что у России сейчас нет ресурсов для другой сухопутной операции. Поэтому у НАТО есть это время подготовиться. Оно по-разному оценивается, но такая подготовка идет. Она многофакторная, конечно. Кроме понимания элит, еще должно быть понимание общества и должно быть эффективное использование тех увеличенных средств, которые сейчас идут в европейскую оборону. Алексей, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Алексей Ижак, заведующий сектором Национального института стратегических исследований, с нами был на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.